What's up, ребятки, с вами канал Ali Game, Let's Play Rock, короче, погнали. Так, ребятки, в прошлый раз я напомню, чем закончились прошлые события, а закончились они очень прикольно. Нам нужно добыть детали какого-то парового двигателя, который запускают лесопилку, и мы вот, собственно, должны этот паровой двигатель починить. Сейчас что у нас? Сейчас у нас есть вот такая фигня. Вот, мы, значит, вращаем. Офигеть, смотри, офигеть. Вот это ты, короче, пергамент. Ты вообще красавчик, кусты отогнал от нас. Просто вот прям вообще молодец. И главное, не ссышь, я всу, ты не ссышь. Вообще, все классно. Только подожди меня, я пойду просрусь еще на всякий пожар. Мы сейчас эту аллею удобрим. Сейчас лес будет расти еще лучше, как никогда не рос. Наверное, пойдем дальше. Ух ты, пух ты, вообще. Оля, пойдем. Охренеть вообще, ребята. Вы понимаете, что здесь творится? Здесь какая срань вообще у меня. У меня волосы до сих пор упасть не могут. Они вот как стали, короче, со страха. Очень страшно. Ядрить, колотить. Я вообще такие игры вообще очень страшно. Ох, ебать, ты вообще. Что это такое? Булет? What the fuck? Хуис хрень творится здесь. Что здесь? Выбило пробку. Выбило пробку, булет, все, нам жопа. Коль мы полпути прошли, все равно нам здесь. Я тогда предлагаю пройти дальше. Так, мы дошли до какого-то конца пути. У нас здесь есть вот подсказочка. Общая информация и причины направления. Ага, это отчет психолога, чтобы мы понимали, что за документ мы читаем. А то взяли бумажку, да, там неизвестно. Пациента привели родители из-за сильных панических атак. Бессонницы, лунатизма, постпсихологической травмы. Рекомендую 3 сеанса терапии в неделю. Нервоз, тревожности, вопрос, у кого это? У нас есть еще вот тут вот что-то, фонарик. Я надеялся, что мы его сможем взять, крупногабаритный фонарик, чтобы им можно было что-то крупногабаритно освещать. Но фонарика у нас по ходу, короче, нам фонарик не дадут, чтобы мы могли лучше освещать. Слушайте, музыка такая тревожная играет прям вообще. Мы идем по какой-то дорожке, по старой какой-то дорожке, в старую куда-то что-то. И здесь вот, смотрите, упал столб, он не светит, ничего не происходит. И мы пролазим. Булет, ты там видишь? Что-нибудь видишь, Булет? Булет, ты, главное, от меня не отходи никуда вообще. Нам нужно вот сюда, наверное, да? Да, нам нужно вот сюда, и это, походу, это какая-то котельная или развалина, но может с нее можно снять что-то полезное. Раник. Вот, а одна есть, осталась еще одна. Да, мы нашли с вами вентиль. Еще нам нужен регулятор давления. Что у нас здесь? Есть фотография. Я не понимаю, что это за фотографии. Я полагаю, что нам нужно дальше. Время охренительных историй. В гору типа едем. Слушай, жуткое местечко, я тебе скажу. В смысле? А мы что, по кругу ездим? Нихера себе, братишка, охереть, прикинь. Ты прикинь, вот это чума. А, нихера, короче. Короче, мы были вот здесь вот, да, в самом таком глушнике, где находилась, да, это КМБ, а нам нужно Mind and Sheet, так вот куда мы. Итак, значит, вот мы вот здесь, значит, тележка начинает наша двигаться вот так вот, и потом поворачивать направо, значит, нам нужно не в этот момент. Так, ПСЭ, значит, вот, мы пришли сюда, да, нам вот сюда нужно. Ну, о, вижу, песик, давай. Поначалу они все-таки страшные были, но потом... Со временем уже начинаешь со временем понимать, где эти твари, куда они идут. Да ты красавчик просто. Прям молоток, прям булит. Какой пес прям. Мы пришли, значит, смотрите, у нас есть сарай. Список запчастей на 26 июня. Название индикатор, шлифовальный диск, производственный ремень, медленный комплект, тканевый шиша. О! Come here, boy. Давай, пес. Да принеси мне эту запчасть, блин, Булет. Ты иногда такой классный, но это такая тупая собака. Вот чуть левее пройти, и ты все увидишь. Мысли ничего нет. Я тебе запчасть показал даже где. Я тебе даже туда тыкнул. Я тебе даже направил туда. Булет, не тупи. Я тебе серьезно, прям кастрирую, Булет. А, нужно было все, ребята, нажать левую кнопку мыши, чтобы командовать собаке принести опор, то бишь, да, опор. Все, беру свои слова обратно, это ты был красавчик. Собаке не мог нормальную команду дать, я тут на пса ору, короче. Нахера ты тупишь вообще, с фонариком вот это ходишь, короче. Мы нашли регулятор клапана, у нас есть вентиль, время пришло идти и открывать, значит, нашу лесопилочку. И знаете, что я предлагаю? Я предлагаю ехать назад, просто тупо отправиться немного.
немного назад и приехать обратно на свою лесопилочку. На свою замечательную, добрую лесопилочку. Установить всю эту фигню, короче, и все будет в Ариван. Мы это делали для того, чтобы, когда эта штука заработает, загорится, там, запылает, для того, чтобы запустить вот эту вот фигню, лебедку, короче, чтобы убрать дерево, которое лежит на дороге. Теперь нам нужно что? Правильно, нам нужно теперь магическую камеру, потому что здесь действуют какие-то временные петли. Нам нужно отмотать назад и поджечь, да, и поджечь, собственно говоря, печку. Нужно поддерживать давление, чтобы оно у нас не зашкалило, иначе мы сломаем все к херам, и нам придется обратно это делать. Это как самосвалы вести, влево-вправо, надо постоянно крутить влево-вправо эту баранку. Пусть свободен, прыгай, дружок, мы готовы ехать и найдем этого... Ну что, Булит, погнали. Булит, мне самому страшно, честно. Мне вот очень страшно. Давайте прям на максимальной скорости, чтобы так прям аж пронесло нас, да? Чтоб нас прям пронесло хорошенечко, чтоб мы... О, все, скрипт загрузился, мы летим. А мы снова приехали, подожди, а мы снова приехали туда, где мы были. А почему мы снова приехали туда, где мы были, или нет? Или что-то поменялось? Да, скорее всего, что-то поменялось. Я этой местности... Эту местность я не помню. Булит, ты когда так скулишь, мне вот серьезно, мне прям кажется, что что-то происходит. Я пока точно не знаю, что происходит, но очень страшно, серьезно. Итак, кемп А, Савмил, Сав. А, лесопилка. Мы, Булит, да мы, черт побери, приехали на лесопилку. Нихера себе, нихера себе. Слушай, за нами эти ежики гонятся. Они нас могут, короче, схавать или нет? Или все-таки могут? О, тут, я понял, короче. Знаю, мальчик, мне тоже не нравится. Скоро мы отсюда выберемся. Короче, я понял, это поле, состоящее из вот этих вот, я не знаю, как лифта. Ух ты, нихера. Да, сучка прям. Только не сейчас, только не сейчас, только не останавливайся. Охренеть. Еще чуть-чуть, давай, еще чуть-чуть. Нам надо быстренько добраться. Прям их дохерища тут, посмотрите. Они нападают, короче, прикинь. Охереть, Булит. Они прям на нас нападают, прям бьют нашу телегу, я тебе скажу. Они прям жестко, жестко пытаются нас прям... Прям они жестко нас пытаются, короче, убить. Прям это прям, это страшно. Ну, вроде бы миновали, Булит. Охереть, нет. Только не надо, только не говорите, что сейчас обрушится мост куда-нибудь. Я свалюсь херам. Ну да, смотрите, короче, походу мост... Стоять, мальчик, не двигайся, не двигайся. Так, стоять, мальчик, не двигайся, это может быть... Давай, давай, еще чуть-чуть, ну, пожалуйста, давай. Ну, мальчик, чуть-чуть, прям вот самую... Малыш, ты в порядке? У нас обрушился мост, не работают тормоза, отлично. В целом все нормально, мы мост проехали. Охренеть, опаньки. Все, связи нет. Кажется, мы приехали.